Курс российской валюты продолжится при такой политике? Радио Кончита. Вы что драматизм, вот изменение курса уже позади. Может ли он меняться, может, если еще цена на нефть будет двигаться вниз. А она будет двигаться вниз? Никто не знает. Это никто не знает, если вы послушаете здесь, даже в рамках форума, все вот эти аналитические предсказания и фокус, они, все эти прогнозы, вот так отличаются, как, знаете, прям, как будто они резко противоречат друг другу. Надо просто исходить из того, что это возможно. Но уже драматического колебания не будет. И больше того, мы ожидаем, что в ближайшем будущем при стабилизации цены на нефть мы будем наблюдать некое усиление курса рубля. И поэтому мы всегда говорили, тратишь в рублях, имеешь сбережения в рублях, никогда не нужно дергаться, бежать немедленно в пункт обмена менять. Но антикризисный план, он будет учитывать новые реалии, новые цены на нефть? И будет ли российский... Ну, конечно, мы учитываем новые цены на нефть, и сейчас мы, ничего не фантазируя, считаем этот план, исходя из той цены на нефть, которая существует на рынке. Дальнейшее ужесточение санкций вы не закладываете как риск? Надо на санкции отвечать ровно так, как они есть. Они есть, они могут быть мягче, они могут быть жестче, они есть. Это то, с чем мы сегодня должны работать. И, знаете, у нас накоплены свои проблемы, такие большие, что в совокупности с санкциями нам, конечно, тяжеловато. Но я скажу так, что мы более ответственно подходим к решению собственных проблем, имея в виду, что все-таки мы испытываем некое внешнее давление. Но признаемся, что мы накопили много проблем. Мы тратили много лет природную ренту, благодаря высокой цене на нефть мы многое в стране сделали, но производительность труда – это тот фактор, которым похвастаться не можем. Так как мы работаем со значительным отставанием по эффективности от европейского рынка и от американского рынка. И сейчас мы должны работать. Ну что ж, успехов вам, спасибо большое. Спасибо. Это было интервью с Шуваловым в кулуарах Давоса, но в ожидании окончательного антикризисного плана от федерального правительства здесь, в Москве, тем более обратим внимание на то, что происходит сейчас в регионах. Стоит Россия все-таки на них, на провинциалах, как принято говорить, на скромных, работящих, людей с выдумкой. И вот что же на этой неделе предлагали регионы в виде продолжения конкретных проектов? Хроника. Итак, среда. Калмыкия. Впервые за 5 лет уровень безработицы там снизился до 10%. Подталкивает в том числе и сельское хозяйство. Кстати, возможно, как раз таким регионам, как Калмыкия, поможет то, что Госдума в Москве поддержала освобождение от НДС до 2020 года при ввозе в Россию племенных быков, свиней, овец, коз, лошадей и так далее. Я понимаю, что для горожан это, наверное, что-то очень забавное, но вот для сельчан это очень конкретная антикризисная мера. Среда. Власти Воронежа объявили о реконструкции аэропорта. После ухода оттуда авиакомпании «Полет» решено, тем не менее, увеличить пассажиропоток более чем вдвое, до 1 200 000 человек. Место авиакомпании «Полет» занимают ЮТР, Руслайн и, возможно, Аэрофлот. Четверг. Подмосковье, где продолжается строительство центральной кольцевой автомобильной дороги, и чей губернатор Андрей Воробьев вышел на Путина с предложениями о том, как поддержать продолжение ипотеки, то есть, соответственно, и жилищного строительства. Теперь пятница. Татарстан и Самарская область, соответственно, КАМАЗ и АвтоВАЗ не планируют, как они сообщили, запрашивать господдержку в связи с кризисом. Сами справляются. В 2008 году, кстати, было по-другому. Но еще в понедельник у Путина был полпред. Его и вице-премьер по Дальнему Востоку Юрий Трутнев, который выдвигает идею выдавать любому желающему по гектару земли. Вот на этом остановимся подробнее. По гектару земли в стране, где еще недавно пределы мечтаний были 6 соток, по гектару, где в последние годы земля вроде и продавалась, но часто просто по убийственным ценам, опять все в 6 соток упиралось. Больше того, как выяснилось из нашей беседы с Юрием Трутневым, речь может идти не только о Дальнем Востоке. Итак, смотрим наше интервью. Игорь Петрович, вы по привычке встали со стороны Дальнего Востока. Разговор у нас будет о вашем желании раздать по 5 гектаров земли любому желающему. Но я сразу хотел подчеркнуть, что разговор действительно про всю страну, потому что я дальше ехал отсюда, из Санкт-Петербурга, в Вологду. Вот то, как только мы пересекли границу Ленинградской области, там мелькнули какие-то черные лесорубы, а дальше вообще ничего. Там на горизонте мелькнул череповец, ни одной деревни, ничего. Поэтому я думаю, что разговор о том, чтобы по 5 гектаров раздать, он касается всей страны. На каких условиях вы хотите раздавать по 5 гектаров любому желающему? Ну, вот, наверное, первое, над чем мы думаем, это все-таки не условия, а то, на что люди смогут использовать, какую именно землю мы можем выделять. И, наверное, один из самых больших вопросов – это создание такого механизма, когда люди будут уверены, что вот этим
предоставлении земли никто не спекулирует, что это все прозрачно, понятно, и что, скажем так, человек в состоянии выбрать любой свободный участок. Вы меня, кстати, не поправили, занятно. Я сказал 5 гектаров. Действительно, 5 гектаров – это инициатива уже магаданского губернатора. Будет хоть по 5. Машка даже не касается одного гектара. На что? Вы знаете, я считаю, что нельзя придумывать идеи использования земли на Дальнем Востоке, сидя в Москве в кабинете в Белом доме. Мне кажется, что вот этот гектар земли, который мы сейчас хотим предоставить, к 5 я еще вернусь, это просто повышение степени экономической свободы людей. То есть чем меньше мы поставим ограничения в использовании, тем лучше. Люди могут заниматься лесным хозяйством, могут заниматься агрокультурой, могут построить туристический приют или базу. Все что угодно. Жилые поселки, производства нет? Пожалуйста. И что, вот как в столыпинские времена, как давали землю в Сибири, здесь вот приходишь, даешь проект и получаешь этот 1 гектар? Даже проект, я считаю, что не надо. Принцип должен быть другой. Человек приходит и говорит, висит карта электронная по возможности в интернете, где выделены все те территории, на которых можно получить участок. Человек говорит, я хочу участок вот здесь. И, собственно, все. Мы говорили, когда я докладывал президенту, говорили о сроке проверки через 5 лет использования. Вот здесь я считаю, что можно этот срок еще подвигать. Мне кажется, 5 лет это все-таки долго ожидать. Может быть, установить срок около 3 лет, мы еще подумаем, посоветуемся. Но принцип такой, человек думает, использует землю, через 3 года приходим к нему, смотрим, земля действительно используется, приносит пользу человеку, приносит пользу государству, мы ее оформляем на, скажем так, уже длительный срок в аренду или в собственность, об этом тоже еще надо подумать. Не используется, ну, значит, извините, изымай. Вы сейчас образно сказали, вот хочу землю здесь, и показали на стык Хабаровского края, Якутии и Амурской области. Первый под вопрос. Вы во время встречи президента сказали, что вокруг больших городов землю выдавать не будете. Почему? Потому что не сможем обеспечить справедливое предоставление земельных участков. Потому что нам надо, чтобы вот эти земельные участки по гектару имели примерно равную стоимость. Как только мы войдем в черту городов, то близость к инфраструктуре, энергетика, дороги, там, расположение на берегу реки и так далее, начнут играть настолько большую роль. Я сегодня не представляю, как в этом случае убрать злоупотребление, убрать коррупционные риски, а входить в такую историю, что-то давать миллионам людей с коррупционными рисками невозможно. Но с другой стороны, городам принадлежит на Дальнем Востоке всего, сейчас я на память скажу, 1,18% территории. Остальные 99, в конце концов, не так далеко от города могут и оказаться на предмет того, чтобы сделать экономически выгодный проект. Второй подвопрос. Мы с вами до сих пор не коснулись вот этой красной черты государственной границы. Вдоль нее будут давать участки? Там земли хорошие, очень четкие. Да. Да? Проверили по береговым уровням? Конечно. А если получит человек участок, то даст его в субаренду корейцам или китайцам? Понимаете, мы сразу говорили о том, что все эти территории должны быть защищены от перепродажи или передачи иностранцам. Многие люди уже задают вопрос, а если это сделают там подпольно как-то? Если будет подставный какой-нибудь человек. Ну, ответ очень простой. Если это будет сделано подпольно, то законных возможностей претендовать на этот участок не возникнет. Никакой суд никогда не примет такого решения. И вот для этого как раз вы продумываете проверки, да, через 5 лет, а может быть через 3? В том числе. И я вот когда начал говорить о свободе волеизъявления людей, о возможности ими принимать решение, чем именно заниматься на этом участке, я в том числе хотел сказать и о том, что сегодня в законодательстве существует достаточно сложный механизм зонирования вот этой земли сельскохозяйственного назначения, вот этой земли промышленности и так далее, и так далее. Вот если мы хотим реализовывать этот проект, я считаю, что в рамках этого проекта никакого зонирования земли быть не должно. То есть мы не должны навязывать людям тот или иной вид деятельности. Но это вы говорите в таком случае о переменах законодательства, действительно касающихся же всей России, потому что конечно, подобного рода ограничения часто сковывают инициативу людей совсем других регионов, чем за Дальневосток. Еще когда я работал в администрации президента, мы готовили заседание Государственного совета, и были эти предложения по поводу отмены зонирования в рамках
всей территории Российской Федерации. Вообще хочу сказать, что когда президент поставил задачу ускоренного развития Дальнего Востока, и мы взялись за ее исполнение, мы совершенно точно понимаем, что мы обязаны создавать лучшие примеры развития, которые совершенно не обязательно всегда будут жить только на Дальнем Востоке. Поэтому мы будем стараться создавать такие оболочки, такие условия для жизни, для работы людей, которые сегодня будут помогать на Дальнем Востоке, а дальше будут помогать на всей территории нашей страны. Петр Ильич, ну в таком случае, конечно, неудобно к вам обращаться как к такому большому государственному мужу, попросить вас выступить в другой ипостаси. Но выступите как агент недвижимости. Вот перед вами потенциальный приобретатель 1 гектара земли на Дальнем Востоке. Что бы посоветовали? Вы знаете, мне очень Камчатка нравится. Ну, уникальная совершенно территория. Это точно территории, на которой могут быть места отдыха, куда приедут отдыхать и россияне, и очень много людей с любой территории земного шара с удовольствием посмотрят Камчатку. И еще что хочу сказать. Вот вы правильно сказали, там 5 гектаров, 1 гектар. И совершенно не факт, что для ведения, например, лесного хозяйства может быть ведение охотничьего хозяйства. Хватит одного гектара. Но мы еще должны начать. Мы, если мы дадим гектар бесплатно, то следующее, что мы, на мой взгляд, обязаны сделать, это мы обязаны дать возможность уже на платной основе получить рядом то количество земли, которое необходимо для ведения бизнеса. То есть взял сегодня гектар, а завтра, скажем так, по дешевой стоимости, может быть, и я думаю, что все-таки платно, хотя бы с затратами на межевание. Тем не менее, человек хочет получить там 5 гектар, да пожалуйста, Бога ради. У нас, я приводил цифры на встречу с президентом, у нас даже с учетом миграционного притока получается, что мы потратим на всю программу, если каждый житель Дальнего Востока захочет по одному гектару, плюс приедет миллион человек туда, даже в этом случае мы почти ничего не израсходим. Но тем не менее, какое-то время на обсуждение пройдет. Постараемся, чтобы оно было коротким, там до месяца, может быть. Виктор Ильич, раскрою нашим зрителям секрет, мы с вами говорим в кулуарах совещания, которое вы проводите, такое стратегическое начало года, собрали всех подчиненных, отчитаться за прошлый год, взглянуть на планы на предстоящий. А на встрече с президентом вы говорили о том, что вот сейчас должен определить список территории опережающего развития на Дальнем Востоке. Определился этот список уже? Вы точно понимаете, что вы будете запускать в этом году? У нас сейчас есть короткий перечень, Владивосток, Хабаровск и одна территория на Камчатке. Но мы договорились, что выбор территории опережающего развития будет носить публичный характер, это будет комиссия, поэтому я сейчас могу говорить об этом списке из представленных мне документов. Там, где есть источники инвестиций, там, где мы понимаем, кто будет работать на этих территориях, потому что недопустимо создать какие-то территории, а потом ждать, когда люди туда придут. Надо создавать их по нуждаемости, по востребованности. И, тем не менее, окончательное решение будет принято на комиссии, она будет проведена в течение максимум 3 недель, вот от сегодняшнего дня, и тогда мы сможем сказать уже на всю страну, что вот эти проекты выбраны. Сейчас... Но это будет кто-то один из проектов, которые вы сейчас перечислили, ведь, возможно, будет... 4 проекта сейчас в коротком листе. Может быть, там появится какая-то еще одна 2 заявки. Вы упомянули 3, а четвертый кто? Там две территории в Хабаровске. В Хабаровске есть логистическая территория опережающего развития и вот такая, на мой взгляд, очень красивая, правильная территория опережающего развития на базе Комсомольского на Амуре авиационного предприятия. Понятно. Ну, то есть, спасибо, Виктор Ильич, хорошего года. Спасибо, Иван. Будем обращаться за гектаром. Ну, как мы и предполагали, уже по ходу этого выпуска есть новые и очень важные новости с юго-востока Украины, где сегодня варварскому обстрелу подвергся уже и Мариуполь. Там сегодня за день погибли 30 человек, раненые за 90. И в Киеве, как после трагедии с автобусом под Волновахой, и как после трагедии с троллейбусом в Донецке, сразу заявили, это ДНР. И вот только что информационное агентство распространили заявление лидера самопровозглашенного ДНР Александра Захарченко. Ополченцы ДНР до субботы не вели активных действий у Мариуполя и не собираются штурмовать город, заявил лидер самопровозглашенной республики Александр Захарченко. Цитата. «До сегодняшнего дня мы не вели активных действий у Мариуполя. Мы силы бережем. Но сейчас, после того, как
как Киев решил свалить на нас ответственность за ошибочный огонь своих градов из Бердянского по жилому кварталу, я отдал приказ подавлять позиции украинских войск, расположенных к востоку от Мариуполя, заявил Захарченко. Никто город штурмовать не собирается. Мы не звери, как в Киеве, подчеркнул лидер ДНР. По его словам, в течение последних дней украинская сторона стянула мощную группировку своих войск к Мариуполю. Позиции ополчения у Новоазовска круглосуточно подвергаются массированным обстрелам из градов и крупнокалиберной артиллерии. И вот еще одна цитата. Сегодня там появилась еще и бронетехника 28-й украинской бригады. Делается это, чтобы мы перебросили на мариупольское направление наше подразделение, задействованное сейчас на обороне Донецкого аэропорта, чтобы ослабить нас и выбить оттуда, добавил Захарченко. Он отметил, что жители Мариуполя боятся нечего. Еще одна цитата, его приводят все агентства. Там наши люди, такие же дончане. Далее в программе про мат в кино. Так быть ему или нет? И кто не безгрешен? Суббота, которая у нас почти вся будет про кино, но продолжать поступать и новости. Украина чуть позже, но сегодня еще второй день траурных мероприятий по случаю смерти 90-летнего Абдулы ибн Абдулла Азиза Аль-Сауда, хранителя мусульманских святынь в Мекке и Медине и короля... Кто безгрешен? Украина чуть позже, но сегодня еще второй день траурных мероприятий по случаю смерти 90-летнего Абдулы ибн Абдулла Азиза Аль-Сауда. Так, Абдуллу, Абдуллу. No, wojna to jest wojna, to nie są żarty. Ubili i koniec. No to co widzisz, no to mówicie, że tam są bardzo uczeni ludzie. Bardzo, bardzo są uczeni, wszyscy. Bardzo wysoki poziom, ale kiedyś mówię, że jest wyższy poziom niż Polska. Jesteśmy bardzo prymitywni. Ta na przykład to jest szefowa Narodowego Banku Rosji. Taka super baba. Zobacz, jak ona będzie mówiła po rosyjsku. Gdzieś czekała? И сейчас представим гостя нашей студии, главное по рублю в России, глава Центробанка. Ну, народный. Здравствуйте, Вера Схидзадовна. Добрый день. Добрый день. Вы не представляете, какое количество в обычной жизни уверенных в себе, сильных мужчин. За последние дни, мы вам ничего говорить не будем, ну, Юлю назовите. Это у нас мужики осторожнее пошли, или у вас действительно вот такая главная ключевая должность Центробанка? Ну, наверное, сейчас просто действительно очень много внимания к тем вопросам, которыми мы занимаемся, к ситуации на валютном рынке, что происходит с рублем. Многих это беспокоит. Ну, поэтому вас позвали, спасибо большое, что пришли. Если можно в цифрах, какой должен быть идеальный курс рубля? Давайте посмотрим на валюту как на обычный товар. Для продавца товара идеальная цена, когда он дороже. Для покупателя, когда он дешевле. Точно так же и с иностранной валютой. Держателем валюты, экспортером, идеальным кажется курс доллара очень дорогой. Импортером наоборот. Людям, которые хотят поехать за границу, конечно, лучше, чтобы есть валютные долги, им нужно, чтобы доллар был подешевле. Но мне кажется, обычным гражданам очень важно, чтобы удорожание доллара не приводило к удорожанию цен в магазинах. Это само то, что собой беспокоит людей. Я о чем хочу сказать? То, что нельзя найти идеальный курс, который бы всех устраивал, у всех разные интересы. И поэтому мы говорим не об идеальном курсе, а о сбалансированном курсе. О том курсе, который позволяет экспортерам, импортерам, бизнесу зарабатывать, гражданам чувствовать, что их сбережения защищены. И вот этот сбалансированный курс, он формируется под воздействием рыночных факторов. Поэтому мы приняли решение буквально 10 ноября перейти к ловущему курсу. Вот объясните мне, пожалуйста, и нашим зрителям, что такое свободный курс. Я не буду говорить, что я ничего не понимаю, больше того, я даже добавлю к этому вопросу ту деталь, что, в принципе, эти разговоры о необходимости перейти на истинно свободное плавание, истинно свободно конвертируемые рубля, этим разговором не один год. Но решение принимается вот именно сейчас, когда, казалось бы, рубль бы надо придержать.
Давайте начнем все-таки с общих правил. Что такое свободное плавание? Плавающий курс это когда цена на валюту определяется рыночными факторами. Исключительно рыночными. Когда центральный банк регулярно не вмешивается в функционирование валютного рынка. Он это делает в случаях, когда есть, например, ажиотажный спрос. Хотя с ажиотажным спросом мы можем бороться и другими, помимо интервенциями, мерами. Поэтому, вот если коротко определить, это такой курс. У него есть вполне осязаемые преимущества. Мы, когда переходим к плавающему курсу, мы считаем, что будет меньше возможностей для резких скачков курса, как, например, страна переживала в 98 году. Будет меньше возможностей для спекулятивной игры против курса. Кроме того, когда курс плавающий, если что-то негативное происходит во внешнем мире, этот курс как бы принимает на себя главный удар, оберегая финансовую систему, экономику от сильных негативных последствий. Ну вот смотрите, заработал свободный курс, свободное плавание. Потом заработал ваш отказ в начале уже этой недели от интервенции на границах коридора. И тем не менее, мы принесли справку, значит, у нас с вами неделю назад 45.18, если доллар, к концу этой недели 47.39, 2 рубля. Я уже не говорю о тех скачках в рубль, в полтора, иногда в два, которые происходят за день. Еще не до конца заработала новая система? Безусловно, участникам рынка надо адаптироваться к новому режиму. Это действительно новый режим. И, на наш взгляд, вот эти резкие колебания, они будут постепенно затухать. Плюс к этому на ситуацию оказало влияние, то, что в последние дни был достаточно большой ажиотажный спрос. Спекулятивный спрос. Мы приняли меры для того, чтобы его сбить. И на наш взгляд, сейчас по отношению к объективным факторам, есть объективные факторы, которые определяют курс рубля, он недооценен. Поэтому, если не будет негативных внешних дополнительных каких-то явлений, то у рубля большой потенциал укрепления. А давайте в цифрах. Вот 47 к концу этой недели с копейками, вот такими приличными копейками, 42-44. Мы не даем прогнозов курса, потому что когда мы даем прогнозы курса, спекулянты считают, что мы будем стараться достигать этого курса и начинают выстраивать свою политику. Мы не даем прогнозов курса. Кто такие эти загадочные спекулянты? У нас есть такой образ коллективный, такой спекулянт страшный. А это кто? Ничего загадочного здесь нет. И это, наверное, со времен Советского уголовного кодекса спекулянт имеет такое ругательное, ярко выраженное. Это ругательное выражение. В экономическом смысле спекулянт – это игрок на рынке, который продает или покупает валюту не потому, что ему нужно по объективным причинам оплатить счета по импорту, продать экспортную выручку для того, чтобы оплатить налоги, а тот, который хочет заработать на движении курса, неважно, вверх или вниз. Но эти ребята неплохо заработали, например, за прошлую эту неделю, когда курс-то как раз скакал по рубль-полтора за день. Да, но вот как раз переход к свободному плаванию, когда меньше предсказуемых факторов, и в том числе политики Центрального банка, который он объявляет, меньше возможностей для спекулятивной игры. На чем же они в таком случае продолжают играть? Коли вы лишили их, в принципе, возможности это делать, то есть я объясню нашим зрителям, да, смысл бы в чем? Раньше, как только рубль пересекал невидимую, на самом деле вполне определенную черту, входил Центробанк, либо с рубля, либо с валюты, да, и устаканивал этот курс, извините меня за такое выражение. Сейчас вот как раз на этой неделе от этой практики отказались. Они, в принципе, знают, что вот эта стетонька, которую раньше вы ставили, вы ее защищать не будете, и все равно вот эти скачки. Почему? Дело в том, что в любом случае экономические субъекты, они даже, может быть, не предсказывают теперь политику Центрального банка, но есть ожидания от поведения цены на нефть. Часть из них играет на то, что цена на нефть повысится, и, соответственно, повысится курс. Часть на то, что цена на нефть может снизиться, и курс понизится. Но в любом случае наш переход к плавающему курсу означает, что такая спекулятивная игра стала более рискованной. То есть спекулятивной игры должно стать меньше. Это класс спекулянты не исчезли, но будут искать какие-то... Они всегда в экономике в той или иной мере есть. Важно, чтобы не они определяли курс.
тренд курса, что, что может происходить. А тренд курса определялся рыночными факторами, потребностями экономики, экономических игроков в валюте, тех же импортеров и экспортеров, которые продают валюту, чтобы получать рубли. Знаете, есть такая вьетнамская шутка про лаосцев. Вьетнамцы говорят, что вот мы сажаем рис, мы его выращиваем, мы его собираем, а лаосцы слушают, как он растет. А вот Центробанк, когда он отдает курс рынку, это лаосец? Но, во-первых, переход к свободному плаванию нельзя понимать так, что мы вообще отказываемся от участия в нем и перестаем следить за тем, что там происходит. Первое, если будет необходимость, в том числе с ажиотажным спросом, мы в любой момент можем вмешаться. Мы внимательно, за собой сохраняем такое право. Мы оперативно отслеживаем всю информацию, все, что происходит на валютном рынке. И кроме валютных интервенций, которые могут быть внезапными, сильными, но редкими, у нас есть и другие инструменты, каким образом повлиять на спекулянта, в том числе и через придерживание рублевой ликвидности и так далее. Юрий Скитарин, я сейчас, не знаю, наверное, рискую этим вопросом, потому что, может быть, ответ на него этим самым спекулянтам даст подсказку. Я тогда на него отвечаю. А вот давайте, это как раз мне важно понять, потому что вот это же называется правило игры. А какой курс рубля по отношению к доллару или к евро будет для вас той красной чертой, после которой вы вернулись бы к интервенции? Не будете. Да вы не хотите про это говорить. Я вас прекрасно понимаю. Это же действительно был бы подарок спекулянтам совершенно ничему. Правда ли, что в понедельник собрали у себя руководителей крупнейших банков, Центробанка, и сказали им, ну так, если краткое содержание? Мы периодически встречаемся с представителями банков и компаний, разъясняем свою политику, что мы собираемся предпринять, что происходит на валютном рынке. Важно, чтобы и банки, и компании понимали это из первых рук, поэтому это такая достаточно регулярная встреча у нас происходит. А только ли в спекулянтах дело, и только ли в нефти? Конечно, не только в спекулянтах. На цену доллара, на курс валютный оказывает влияние группа факторов. Конечно, ситуация в российской экономике и цена на нефть. Это значимый фактор. За последнее время цена на нефть снизилась около 30, на приблизительно 30%. И ограничение доступа наших компаний к внешнему финансированию. Но вот в последнее время был и элемент такого спекулятивного спроса. Если нефть продолжит снижаться, хотя, в принципе, это противоречит здравому смыслу, хотя бы в силу того, о чем говорил днями президент, о том, что ниже 75 уже у половины тех, кто добывает сланцевую нефть в Штатах, она перестает быть рентабельной добычей. Тем не менее, если она все-таки еще пойдет вниз, рубль последует за нефтью? Я отвечу так, что даже при нынешней уже снизившейся цене на нефть и при тех показателях, которые у нас есть, остальных объективных экономических, на наш взгляд, рубль недооценен. У него есть потенциал укрепления. Что, собственно, возвращает нас к нашему предпоследнему. Также большое спасибо вам за информацию всякую.